Спрос на недвижимость, равно как и на иные товары и услуги, во многом зависит от покупательной способности населения и уровня зарплат. И здесь тоже есть интересные тенденции. Например, рекордно низкая безработица в стране. На что влияет целый ряд факторов: и политическая ситуация в стране, и экономическое состояние, и даже смена времен года, которая, как оказывается, приносит изменения не только в погоде, но и на рынке труда. По данным известного сайта по поиску работы, самый неудачный период для поиска вакансий – это январь, а вот самый перспективный – август. Как сезонность влияет на поиск работы и какие вакансии на рынке труда Тверской области сегодня имеются, мы узнали у специалистов. Самое лучшее время для поиска вакансий – конец лета и начало осени. Именно в августе рынок труда становится более оживленным. В Тверской области зафиксирован пик предложений от работодателей. Сегодня вакантны более 18,5 тысяч рабочих мест в самых разных сферах деятельности с очень хорошими окладами, например, в здравоохранении. Среди вакансий есть наиболее высокооплачиваемые. По врачам заявляются вакансии свыше 150 тысяч, по медицинским работникам – до 90 тысяч. Если говорить о рабочих профессиях, наиболее востребованы швеи. На различные производства швейные Тверской области требуется свыше 1500 швей. Также очень востребованы подсобные работники, станочники, мастера среднего производственного цикла. Много вакансий с сентября по ноябрь, но и количество соискателей также увеличивается. Сложности с поиском работы возникают в декабре, так как многие компании подводят итоги года. В целом, летний период – идеальное время для прохождения курсов повышения квалификации. Например, Екатерина после декрета решила сменить профессию. За время отпуска по уходу за ребенком поняла, что занималась не тем, чем действительно хотелось бы. Я работала долгое время в организации до того, как пойти в декрет. Но пока я находилась в декрете, мои навыки, компетенции некоторые устарели. И для того, чтобы повысить свою мобильность на рынке, обратилась в центр занятости. В период затишья на рынке труда специалисты рекомендуют подготовиться и набраться опыта, чтобы более удачно в последующем устроиться на работу. Если вы решили полностью сменить сферу деятельности, то специалисты готовы предложить профессиональную переподготовку и обучение. В короткие сроки можно освоить всю необходимую для новой должности информацию, не отрываясь от работы, благодаря чему вы сможете сменить профессию без финансовых потерь. Каждый пятый соискатель, обратившийся в службу занятости, повышает свое профессиональное мастерство, причем бесплатно. Мы направляем на повышение квалификации, на переподготовку, на переобучение по различным специальностям, которые востребованы сегодня на рынке труда. Обучение может быть как очное, как дистанционное в рамках национального проекта «Демография». По направлению службы занятости мы работаем со всеми образовательными организациями Тверской области. Мы заключаем договоры, мы направляем туда безработных граждан. Чтобы пройти переобучение или повышение квалификации, необходимо обратиться в службу занятости. Опытные карьерные консультанты оценят профессиональный багаж соискателя, подскажут, по каким наиболее востребованным профессиям стоит повысить профессиональные компетенции. А уже потом, после обучения, помогут трудоустроиться и найти своего работодателя в соответствии с полученными знаниями. А пока у тверичан самое благоприятное время для того, чтобы найти работу своей мечты. Благо, выбор есть.